В Ильском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления. Ежегодно его отмечают 21 апреля. Это профессиональный праздник работников муниципальных служб и управлений, местных депутатов, квартальных. Поздравил собравшихся глава района Андрей Дорошевский. Он поблагодарил коллег за высокий профессионализм и работу на благо жителей муниципалитета. Наша семья вот, действительно, это наш район. И от того, как мы будем трудиться, так и мы будем жить. Если мы хорошо будем трудиться на благо района, соответственно, будем и мы лучше жить, и наши дети, и наши внуки. И нам не будет стыдно смотреть в глаза и друг другу, и нашему поколению, которое останется после нас. Тем, кому мы оставим нашу землю, наш район. С праздником, дорогие друзья! Глава вручил почетные грамоты специалистам поселенческих администраций, квартальным, членам территориальных органов самоуправления. Каждый из них решает проблемы жителей, делает жизнь района лучше и комфортнее. Со словами благодарности к собравшимся обратился и председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствия Законодательного собрания края Сергей Орленко. Вы наша передовая. Вы всегда с людьми. И поэтому сегодня вы на особом месте, потому что разные бывают ситуации, но именно от того, как вы найдете подход к человеку, с первого момента с ним переговорите, так и будет развиваться ситуация. За особые заслуги в развитии местного самоуправления выдающихся работников наградили благодарственными письмами Комитета Законодательного собрания края. Приятным подарком для всех собравшихся стало выступление муниципального ансамбля песни и танцы «Весна».